Нюка. Ходите по полу. Ты пораньше появишься. Хорошо, ну я знаю. Так а он не участник. Что значит не участник? Он является представителем одиночного пикета. Подождите, на велике катается. Еще раз вам говорю. А где разъяснение? Размещена наглядная агитация. Мало ли чего. Ну, соответственно, имеет ли смысл сегодня гулять, учитывая, что Навального закрыли? Да дело в том, что Илья Навальный. Я не скажу, что я испытываю. Зачем вам Навальный? Не, ну Навальный тоже, но мы-то мы приземленные. Навальный хорошо, да. А мы же здесь живем, все правильно. Он говорит одно, делает на самом деле другое. Он говорит, что борется с коррупцией, на самом деле он просвещает людей об уровне коррупции в стране. Слушай, нет, вы подходите. Про налоги сказали вы, нет. Проезд маршрутка по проездным линиям. Ну, вот сейчас. Да. Сейчас вроде как возбуждаются с 5-го закона. Говорят, Николайчук не пытается. Объявят о том, что все. Ну говорят. Зачем? Как Собянин присутствует? Нет, говорят, не как Собянин. С концами, да? Ну говорят, не знаю. Как-то сомнений нет, забили. Но вопрос в другом. Какая нам разница? Мне без разницы, как фамилия будет мэра. Я все равно лично их никого не знаю, да? Такое понятие в законе, еще раз вам повторяю. Понятие в законе. Понятие в законе. Не норма права, а понятие в законе. Понятие в законе как? Я вам скажу, что согласно 745-го. Больше 3-х собираться или что? Администрация специально купила место, который Томский план для обсуждения значимых. Господи, вы же приходите, вы же детям на нас смотрите, вам не стыдно, а? Вы что, там детям говорите? Я задам вопрос. Специально отведенные беседы, вы что здесь общественно значимые темы? Сказали официально приспособленные. Пошли дальше, обсудим. Специально приспособленные места, специально отведенные места. Здравствуйте. Что происходило в Думе? У нас есть ряд нормативных документов, которые есть приняты и обязательны для исполнения. А что происходило в момент их принятия до или после, это уже несколько неведений органов внутренних дел. Мы исполнители. Мы не законодатели. Понятно. Ну да. А когда администрация города, кстати, тоже не законодательный, да, орган? То есть они приняли это решение без согласования с гражданами, я правильно понимаю? Полиция служит. Без согласования с гражданами? Да, вот они администрация города Томска, да? Они орган исполнительной власти. Томская область. А, Томская область, хорошо. А в
вопрос, почему сделала так администрация Томской области, ну, наверное, это вопрос несколько не ко мне, правильно? Потому что я не работник администрации Томской области. Ну, то есть вы не знаете. Я не могу отвечать за администрацию Томской области. Нет, за законодательную работу. Полковник, очень интересно. Вы не отвечаете, либо вы не знаете, не отвечаете. Я не отвечаю и не знаю, почему происходило в администрации именно так, никак иначе. Почему в Государственной Думе принимают законы так, а не как иначе? Это я тоже объясню. Потому что я не работаю в Государственной Думе. Подождите, а вот мы сейчас обсуждаем... Дома не дома, дома это дура. Мы сейчас с вами не обсуждаем вопросы. Я сейчас вас призываю воздержаться от нарушения закона. Это не обсуждение вопросов, это предостережение. Да? Совершенно молча стоять. Молча стоять, да. А какие вопросы можно обсуждать? Знаете, собрались и как-то обсуждаем. Важно для нас действительно, если мы с вами уже перешли в диалог, я ответил на вопросы. Давайте отойдем, потому что может собрание собрать. Можно, можно я вас слушаю? А мне-то интересно послушать, это что же будет? И что ждать-то? Чтобы каждого по отдельности взяли и посадили? А почему Навальный именно повод? Ну, у нас же были томских поводов было предостаточно. Ну, томские поводы, наверное, не были настолько показательными вообще на самом деле, да? За, все-таки за того же, если брать Зайкова, сам факт какого-то деяния был. Другое дело, что реакция правоохранительных, судебных и следственных органов была неадекватна тому, что он сделал. А Навальный человек, занимающийся коррупцией, разоблачением коррупции в высоких путинских кругах. Естественно, к нему привлечено внимание определенное стороны общественности, в том числе и людей, которые разбираются и в экономике, и в бизнесе, и в налогообложении. Ну, насколько правдоподобна официальная версия, что Навальный... Вот еще можно изготовить хороший оппозиционер, что... Это вот как у Кортина, это за вон Владик Гусев. Навальный взрослел. Да. Ну, это балдеж. Штучка. Поняла. Делаю. Спасибо. Константин Арсеньевич. Место. Можно со всех сторон зажать. Администрация далеко. По пунктам перечисляет вот это. Причем пункты накидываем, потом голосуем. Оля, но в любом случае, то и другое. Нет, это в Томске. Там откаты давали, но тут не дали. Thank you.